Увлекательное путешествие под таким названием в КЧГУ имени Умара Алиева на базе Института культуры и искусств открылась фотовыставка выпускницы университета Саиды Евтых. Посвящена она 55-летию института и юбилею автора. Работы фотохудожника представлены на многих всероссийских и зарубежных выставках художественной фотографии. Подробнее о творчестве фотографа расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Ее фотографии создавались в различных уголках мира. На них запечатлены моменты жизни людей и различные уголки красивой природы. Саида Евтых является доцентом кафедры изобразительного искусства и дизайна Адыгейского государственного университета. Ее работы были представлены в финале всероссийских и международных выставок художественной фотографии. Саиду Евтых с открытием выставки поздравили преподаватели Института культуры и искусств, ценители ее творчества. Данная выставка совершенно не случайно называется «юбилейной». В этом году совпадает несколько знаковых и очень ярких, красивых дат. Начнем с самого юного. Это наш факультет. Ему в этом году 55 лет. И именно наш факультет всей душой, я так думаю, любит Саида, поскольку именно сотрудничество с нами, это вот просто красной такой ниточкой проходит через все наше общение. Важно отметить, что произведение Евтых высоко оценили и за рубежом. Она была отмечена многими наградами, в том числе от Союза фотохудожников Болгарии и Фотографического общества Америки, Министерства культуры Адыгеи. Преподаватели Института культуры и искусств КЧГУ говорили о высоком мастерстве Саиды Евтых и ее художественном восприятии мира. В ваших работах, если тепло, значит, это теплая фотография. Если это строгость какая-то, то графическое вот это вот графические изображения, графический подход, они навевают именно тот дух, который вы хотите передать. И во времени, вот как Наталья Сергеевна сказала, вы и назад можете, и вперед заглядывая, как будто фантаст какой-то вот изображает вот эти вещи. На мероприятии член Творческого союза художников России Саида Евтых была награждена грамотами за участие в различных конкурсах и за вклад в российское художественное искусство. Их торжественно вручил член Союза художников России Руслан Маршангулов. Сама Евтых отмечает, что выставка в Карачаевске является для нее особенной, так как с Карачаевском ее связывают теплые воспоминания студенческих лет. Мы говорим о том, что насколько значимость. Вот эта площадка, которая это моя самая любимая. То есть можно расплакаться, потому что я, насколько, не знаю, упрашивала маршалку, чтобы здесь быть, но не упрашивала, просто заикнулась, так сказать, хочу, потому что для меня это много значит, эти стены, потому что вот вчера приехали мои сокурсники, вот Марина Бочаева тоже в числе, я осталась, говорю, давай я останусь даже на открытие выставки, и все, 18, по-моему, у нас было человек, они отдельно меня поздравляли, нас сюда пропустили, слава богу, так что вот, это было очень приятно. После все собравшиеся окунулись в творческий мир фотохудожника. Каждая работа Саиды Евтых – это передача моментов жизни разных людей и природа разных уголков мира, с которыми может познакомиться каждый желающий. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.